Очередной конфуз случился с Петром Порошенко. Его заявление на митинге в городе Жолкве получилось сенсационным. Выступая на свою любимую тему с рассказами о кознях России и войне с Москвой, он оговорился и заявил: агрессор – Украина, чем изрядно посмешил собравшихся. Отмечу, для украинского лидера это не первая подобная оговорка. Ранее он говорил, например, что землю Крыма, Севастополя и Донбасса топчут украинские оккупанты, а до этого рассказал всю правду об украинском же режиме. Так и заявил: никто не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы.